Всем привет-привет! Подарок уже в студии. Вот. Сейчас будем распечатывать, буду показывать и рассказывать. Так, распечатываем наш подарочек. Распаковываем. Такая накладная. И вот так вот запакованный наш подарочек. Вот. Классный-классный. Что это? Сейчас расскажу. Так, снимаем нашу пеленочку. Добросовестно упаковывает. Добросовестно. Склад работает на ура. Все наши замечания учитывает. Вот. Распаковали. Сейчас достанем подарочек. Ай-яй-яй-яй-яй-яй, подарочек. Опа! А вот и сам подарочек. Вот такой вот. Так, раскрываю секрет. Это подарок нашего директора Яночки Кучиной. Я дала участие в розыгрыше, который проводила Яна Кучина. И вот выиграла такие духи. Парфюм с высокой концентрацией ароматизированных веществ. Саудовская Аравия. Джин Коллекшн. Эксклюзивно для Элклаб. Аромат цветочный, восточный. На расстоянии запах, извините, передать не могу. Но запах крутой. Я люблю такие запахи. Это действительно классный. Запах помогал выбирать дочкам. Так что ей отдельное спасибо. Нашей компании есть много парфюма, которые вы можете подобрать себе. Это эксклюзивные парфюмы, которые изготовляются эксклюзивно для компании Элклаб. И наши директора, наши акционеры, наши партнеры, они всегда любят радовать своих клиентов, своих партнеров вот такими различными подарками. И им за это огромное-огромное спасибо. Ярочка, еще раз большое спасибо за розыгрыши, которые ты проводишь, за акции, которые ты проводишь в нашей команде. И продукция Элклаб, команда Элклаб, самая крутая. И мы обязательно все вместе выдержим и выстоим, и обязательно будем на коне. Спасибо еще раз огромное за подарок. Было очень приятно стать победителем в этом розыгрыше. Все, всем пока-пока.